привет, друзья! И дружу вас обратно в Castlevania Harmony of Disney's. 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 И да, сегодня мы продолжаем путешествовать по замку Дракулы опять. В кристальной локации. Хрустальной локации. Да, будем ходить по сокровищнице Дракулы. И украдем все его вещи. Почему бы и нет? Снес Пизанскую башню магией. Так, знаете, здесь будет много противников, которые слабы против элемента льда. Так что я одену... Блюстоун. Да, по карте, если мы смотрим, мы вообще сюда не должны идти. Мы должны идти, ну скажем так, или в Skeleton Cave, или в Luminous Caverns. И да, это просто такая локация, как бонус, чтобы просто стащить все сокровища Дракулы. Так что так, да, получим здесь много новых предметов. Ой-ой-ой, лягушечка, а? Да, лягушки слабы против элемента льда, поэтому я хотел одеть ледяной наконечник. Ауч. Да, много-много кристаллов в этой локации, не знаю почему, как-то очень-очень странно. И да, здесь мы можем получить Heart Max Up. Да. Локация хрустальная, что-то напоминает немножечко... игры Final Fantasy. Но знаете, друзья, мы сами в этой локации тоже из хрусталя сделаны, потому что много-много жизней монстры отнимают. Да, и дружок почему-то решил просто закончить жизнь самоубийством и просто упал в бездну. В пропасть, окей. Да, и здесь мы получаем клазет, шкаф. Почему бы и нет? Да, знаете, мы тут очень много предметов собираем в этой игре. И, ой, не туда зашел. И, ну да, надо шкаф, чтобы все эти предметы куда-то ложить. Потому что я не знаю, куда Джуст вообще ложит эти предметы пока что. Но так как сейчас у нас есть шкаф, можем поместить всю нашу одежку, все наши предметы, которые мы собираем, все наши вещи в шкаф. Почему бы и нет? Так, где этот шкаф? Клазет. Is your worries about having too many clothes? Too little space. Окей. Okay. Да, жаль, что мы здесь не видим, как Джуст носит с собой этот шкаф. Было бы довольно интересно, так думаю. Так, да, пройдем наверх сначала. Там у нас наверху новые противники, которые немножко напоминают Skeleton Blaze, да, вот эти желтые. Не желтые, а такие оранжевые наверху. Но с ними довольно труднее справиться. Они тоже защищаются постоянно. Осторожно. Так. Так, видимо, они постоянно блокируют наши атаки. Справиться с ними довольно трудно. Blaze Master! Так. Да, сокровищница Дракула вообще. И, ну, так же самое, как и в предыдущем замке. И в этом замке тоже странная. Она наполовину состоит из хрусталя. А вторая половина там в фоне, не знаю, какая-то лава, вулканы. Это очень-очень странно, потому что мы находимся в замке, а здесь какие-то хрустальные пещеры, лава и тому подобное. Ну да, дружок, умирай быстрее. Надо сегодня много проверить карты, так что я не хочу с тобой разбираться слишком долго. Так, здесь мы получаем Heaven's Ring. Это один из предметов, который улучшает... наше вторичное оружие, а именно... Так, Heaven's Ring. Increases the strength of the axe. Да, улучшает наш топор. Я покажу, как он работает немножко потом. Но пока что, как видим, у нас нету топора. Ну да, вкратце просто улучшает наш топор. Он тогда летает, когда мы его пускаем немножко по-другому. И да, так это работает. Так, знаете, у меня тут... я сам из хрусталя сделан сегодня. Как-то маловато жизни, надо что-то выпить, покушать. Окей. Так, да, здесь будет полно вот этих противников, от которых можно получить самую лучшую перчатку в игре. Так что я это постараюсь сделать. Немножко потом, если я, может, сейчас не достану. Ну, я это сделал просто в фоне, чтобы вам не надо было смотреть, как я постоянно выбегаю из комнаты, потом забегаю обратно. И я стараюсь выбить этот предмет от этих противников. Да, эти противники, Спрыган, попрыгунчики,
Они слабы против элемента ветра, так что когда я буду качать их, когда я стараюсь получить, буду стараться получить эту перчатку, ну, способом выбивания от них, я переключусь на Windstone. Я думаю, что они слабы против ветра. Так, сходим сначала вниз. Там нас ждет наш ежик в тумане. Наш продавец. Так что, да, у него можно купить некоторые вещи. Но я думаю, мы ничего у него покупать не будем, как обычно. Потому что все эти предметы, которые он продает, обычно можно получить от монстров. Так, здесь мы получаем плейтмейл, да. Эта броня была намного лучше, если я правильно помню, чем Mystical Robe, которая у нас сейчас. Плейтмейл. Armor made entirely of metal and thus extremely heavy. Так, видим, по дефенсу очень-очень хорошая. Ну, понижает intelligence, но нам этот intelligence не так важен, так что... Да, переключаемся на плейтмейл. Окей. Уй, слишком все белое здесь почему-то. Нет. А, окей. Да, вот наш продавец. So we meet again. Glad to see you looking well. What can I do for you? Так, посмотрим, что у него можно купить. Нет, сначала я посмотрю, что я могу продать. Может, у меня какие-то камни есть. Видимо, нет. Да, нету никаких камней, ничего не могу продать. Окей. Так, надо ли мне что-то? Сейчас посмотрю. Мне кажется, нет, да. Большинство из этих предметов можем получить от монстров. Так и так, скоро я уже начну выбивать и получать все полностью предметы в игре от монстров. Когда получу один специальный предмет в следующей локации в Skeleton Cave. Потому что да, мы это все будем делать немножко потом. Блады и глав не надо. Получим лучшую перчатку так и так скоро. Да, я думаю, не будем ничего брать у него. Ну, если вы хотите, если вы не выбивальщик от монстров, если вы не убиваете предметы от монстров, вы можете что-то у него купить. Так что вот так. Так. Да, сейчас пройдем налево. Так, и да, здесь наша хрустальная часть этой локации заканчивается, как видим. Так, да, проверим нижний коридорчик сперва. Там опять будет одна дверь, которая будет закрыта. Одна из этих... вот эти все денежек, класс. Одна из этих зеленых дверей, которые мы пока что не можем открыть. Но вскоре мы уже сможем их использовать, так что да. Так, Ruler's Sword Level 3, мне кажется, если я правильно помню. Да, этот противник, он тоже был слаб против элемента льда, поэтому я хотел тоже этот наконечник одеть ледяной. Скоро мы будем переключаться на Steel Tip, который мы получили в предыдущем эпизоде. Но пока что, да, еще поиграемся немножко с этими элементальными наконечниками. Yes. Окей. И да, здесь только один предмет лежит. Greed Amulet. Да, довольно интересный предмет, потому что когда мы его одеваем... Так, Greed Amulet... Да, он делает так, что мы получаем больше денег в игре. И от монстров, и от свечей. Так что, если вам не хватает денег, и вы почему-то не хотите их выбивать из тех мест, где я вам говорил, что можно выбивать деньги, то да, можете просто экипировать этот предмет. И вы будете получать больше денег от монстров и от свечей. Так что вот так. Да, у него там символ... На нем символ доллара почему-то. Я даже не знаю, как вообще валюта в этой игре называется. Мне кажется, просто gold. Золото. А не доллары. Да, просто gold, как видим здесь. Так что это довольно странно. Окей. И да, это все, что здесь есть в этой части локации. Так что сейчас идем обратно. Хочу ли я с тобой разбираться, мой дружок? Ruler Sword. Давайте разберемся. Хотя ты много жизни отнимаешь, но... Так и так. Танда! Да, эта комбинация хорошая. Когда у нас Hyper Punch и электрическая магия, потому что мы пускаем Танда, который автоматически бьет
монстров, которые находятся на экране. Получается, сразу прицеливается на монстров. Что-то у нас хорошая магия. Так. Так, я хочу там топорчик где-то получить, потому что он скоро будет. Окей, да, эта комната, как я правильно помню, это хорошее место, где можно получить самую лучшую перчатку в игре. Там будут появляться все, ну, очень часто вот эти вот противники, вот эти Спрыган. Эуч! Много жизни отнимаешь, дружок, знаешь? Окей. Да, эти Спрыган, они не только могут просто делать такой слайд, они могут еще такую летающую атаку делать. Не знаю, смогу ли я вам продемонстрировать. Эу! Ну давай, дружок. Я хочу... О, да, классно. Я хочу видеть, как ты поднимаешься на небеса. И да, здесь это дверь с рунами зеленая, которую мы пока не можем открыть, так что просто уходим отсюда. Да, как видите, если вы смотрите на мой столбик жизни, монстры точно очень много отнимают жизни в этой локации, так что надо быть немножко осторожным здесь. Так, знаете, я, наверное, переключусь на Windstorm пока что здесь. Не Windstone, а Greenstone называется, да. Чтобы с ними было довольно легче справиться. Да, и здесь мы получаем топор. Я пока что его подержу, потом покажу вам Heaven's Ring. Как он работает, который мы получили. Не-не-не-не, подлечиться надо. Так, знаете, у нас полно этих поушен простых, почему бы и нет. Выпьем немножко их. Так. Окей, да, перчатку от них не получили. Так, здесь уже следующая комната. Но знаете, как я сделал, друзья? Да, здесь следующая комната. Ой-ой-ой-ой-ой. Я сделал так, что я просто вас встречу, когда я уже получу эту перчатку от этих монстров. Я просто буду здесь выходить из комнаты, потом заходить обратно, опять бить этих Спрыган здесь. И да, тогда встретимся немножко попозже, когда я уже получу самую лучшую перчатку в игре. И, видимо, кто-то спустил лаву в этом замке. Да, у нас была лава в предыдущем замке, а здесь все-таки нет. Yes! Ну, наконец-то! Я уже думаю, что не выбью от них этот предмет. Да, довольно долго здесь прокачивался с этими... Спрыган, мучился с ними, но наконец-то я получил этот предмет. Да, где-то 20 минут мне на это ушло, друзья. Но в течение всего этого процесса я получил кучу левелов. Посмотрите, у меня уже 41 левел, так что это хорошее место, чтобы прокачать экспириенс тоже. Потому что эти Спрыган дают очень-очень много опыта. И да, наконец-то мы получили самую лучшую перчатку в игре. Steel Glove. Так. Да, с ними я там учился конкретно, лечился много. Много времени на это ушло. Так, а Glove made of steel. Видимо, дефенсу намного лучше, чем Iron Boots даже. Так что да. Так, посмотрим. Здесь дает 192 дефенс. Здесь 201. Даже еще больше. А здесь... Окей. Да, тогда поменяем наш Guardian Glove на Steel Glove. Да, дефенс очень-очень важен, потому что в этой локации монстры просто crazy. Не, серьезно. Очень-очень много жизни отнимают. Так, поменяем здесь на Blue Stone обратно. И да, пройдем дальше. Так, кстати, друзья, если мы говорим насчет experience и опыта, это, кстати... Это, кстати, хорошо, что я немножко подкачался с ними, потому что некоторые продавцы в этой игре, они просят, чтобы у вас был левел 50, чтобы вы смогли вообще у них что-то купить. Так что вот так. Что у нас здесь? Teapot и Teacup. Почему бы и нет? Будем пить чаек с Лидией, когда мы ее спасем. Да, получили еще две мебельные вещи. Так, collectibles. Так, teapot, чайник. Has the power to make these taste better than they really are. Интересно. Ну да, потому что мы не знаем, ли здесь вообще есть чай в этом замке Дракулы. Не знаю, что мы можем варить кровь монстров, и он превратится в чай.
И да, будем делиться с этим чаем, с Лидией. А также, да, кружечки. With a sip of tea from this cup, you can join our clan. Окей. Да, хорошо, что у нас есть сейчас шкаф, так что мы сейчас можем всю эту мебель, весь наш сервиз тоже туда поместить. Так что вот так. И да, продолжаем дальше. Скоро мы уже исследуем всю эту локацию. Кстати, в этой комнате очень полно спектр противников. Ха! Да, кстати, у нас сейчас есть топорик, то что я выключу магию и покажу вам, как работает Heaven's Ring. Так, видим, когда мы просто используем топор без Heaven's Ring, мы просто кидаем топор, он летит в такой как арке. А если мы поменяем Iron Boots, например, поставим здесь Heaven's Ring, который мы получили. Да, если мы одеваем Heaven's Ring и используем топор, так видим, тогда он тоже летит в арке, но он летит довольно медленнее. Еще более медленнее. Так что, да, это довольно интересно. Но я думаю, нам дефенс больше важен в этой локации, где мы из хрусталя сделаны. Так что, да, поменяем обратно на Iron Boots. Только надо сначала их найти. Да, очень неплохо в этих вообще Castlevania играх, что... Вот одна большая проблема есть, что очень много предметов мы получаем, классно, замечательно, но очень трудно их постоянно найти, когда мы их меняем в этом меню. Так что, да. Была бы опция сортировки, может быть, если даже просто по алфавиту, было бы очень-очень удобно, а сейчас приходится мучиться. Я так же сам мучился в Castlevania Aria of Sorrow, когда делал летсплей. В той игре тоже с меню были проблемы. Окей, да, вот Iron Boots. Наконец-то нашел. Yes! Может быть, сам сервиз тоже из хрусталя сделан? Было бы интересно. Тематично. Окей, поменяем опять здесь. Да, надо чай выпить за то, что я нашел в меню Iron Boots, потому что... Ну, много усилий надо приложить, чтобы найти предмет в меню. Так, а... Что у нас здесь налево? Life Max Up! Да, очень хорошо, что когда мы получаем урну Life Max Up, это нам восстанавливает жизнь. Что очень-очень важно в этой локации. Так что да. И последняя комната в этой локации — сейф-пункт, как видим. Так что да, сохраняем икру. Yes. И да, это все в этой локации, друзья. Так что я думаю, сейчас... Мы пройдем в Skeleton Cave, будем это делать в следующей локации, но сначала надо добраться до этой Skeleton Cave, так что, я думаю, да, я еще вас встречу перед Skeleton Cave, когда мы расставим наш сервиз в комнате Джуста. Окей, друзья, да, и я нахожусь возле комнаты Джуста, на карте здесь, так что пойдем расставим наш сервиз, почему бы и нет. Будем some furniture, nice. Блюдечко, чаечек, чайничек, классно. Да, будем сейчас пить чай с Лидием, если мы ее спасем. Знаете, я так подумал, окей, у нас будет чай, а кушать-то нечего. Я не знаю, если Лидия будет не против, мы можем ей монстров замка Дракулы предложить. Почему бы и нет? Ну что, это единственная еда, которая здесь есть в замке. Хотя, знаете, у нас есть... Так, сейчас покажу... Индюшатина. Есть курочка. Можем угостить ее и этими предметами. Хотя эти предметы, они больше нужны нам. Так что Джуст просто сам все сожрет. Да, кстати, мы получили еще шкаф. Как мы вообще могли это все тащить сюда, я не понимаю. Ну, не знаю, видимо, Джуст нес этот шкаф. У себя на спине где-то. Невидимый шкаф, может быть, был, превратился в видимый, когда мы принесли его сюда. Так что вот так, да, друзья? Как видим, моя комната становится все красивее! Класс. И да, сейчас мы пройдем в Skeleton Cave, так что перед этим я поменяю
наш Bluestone на Steel Tip наконец-то. Так что да, сейчас, я думаю, уже тот момент в игре, когда мы забудем об этих элементальных наконечниках и переключимся на что-то лучше. Да, Steel Tip. У нас еще есть один наконечник, который мы получим немножко потом. Самый лучший наконечник в игре. Но пока, да, будем ходить с этим наконечником, у которого очень-очень большой шарик на конце. Так что вот так. Так, разберемся с этими X-Armor. И с Disc-Armor, почему бы и нет. И да, вот наш Skeleton Cave. Так что да, друзья, спасибо за просмотр, и я вас встречу в следующем эпизоде, когда мы пройдем в скелетную локацию в этом замке. Так что да, пока-пока.